Приветствую на канале Ник Лайк Лайф, и мы сегодня посмотрим видосик Гамма Ватафак, лютые приколы в играх. Это я, с вами Николай. Начнем смотреть. О, сразу киберпанк. Сразу идет киберпанк. И его баги. Баги Ватафак. Что он делает? Что он творит? Кстати, какое качество? Что он творит? Какие дела, народ? А какой раз ты слышишь эту фразу? Если первый, то добро пожаловать. Если добро. Второй, то снова привет. А если в третий больше, то какого хрена ты все еще не подписан на канал? Ну типа пора уже. Если сейчас ты ждал посмотрим. Идеального момента, чтобы подписаться, то это именно он. А для тех, кто здесь впервые, краткая вписка в курс дела. Жестко. 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 Что? Знаете ж тему, типа, когда в компании все одновременно замолкают, говорят, мол, мент родился. Так вот, походу, Найт-Сити очень молчаливый город, потому что копы здесь плодятся из воздуха просто. Утро доброе! Так как в одной игре тоже у меня точно так же было. Я играл, вспомнить игру. А, в Звездных войнах, Battlefront, там точно так же... Враги появляются неизвестно откуда, когда проходишь сюжет. О, я вспомнил, да. Battlefront 2 часть. Ого. Могу сказать одно. В Найт-Сити очень загрязненный воздух. Он полон мусора. Это когда в январе в России вышел на прогулку с плакатом. Соболезную. Вообще, если вы в ближайшее время собираетесь прогуляться, то лучше бы вам уметь бегать как-то так. Типа того. Мне кажется, киберпанк зачем-то пытается быть похожим на Assassin's Creed. Жесть. Ну как здесь NPC внезапно появляются, так же бесследно они и исчезают. Это уникальный феномен геленджикского треугольника. Гуляющие люди 23 января на улицах просто исчезают. Magic. Я вот честно иногда ловлю себя на мысли, что я как будто бы играю в игру от Ubisoft. Какой-то похожий стилёк, не находите? Бочка. Уф. Не часто мне попадаются в играх баги. Пишите в комментариях, у кого это очень часто появляется. И у кого в каждой игре такое происходит. Кто везунчик? Бедная лошадь. Новый год, как всегда, начинается с дичи. Под конец прошлого в мире мобилок произошел большой крутой релиз, который я не мог пропустить. League of Legends Wild Rift — это бесплатная полноценная мобильная версия Лиги Легенд. Понял. Реклама. Проще простого. Совершать. Идем дальше. Голова. Вождение мотоцикла. Это типа этот, как его... Страус спрятал голову. Вождение мотоцикла в киберпанке. Земля тебе пуховик, братан. What the fuck?
И сейчас жители Лос-Сантоса со слезами на глазах смотрят на этот момент, потому что в их мире все не так радужно. Вообще, чего вы все так заладили? Баги и баги, они же играть не мешают. Ну да. Вообще не мешают. Ну, если только чуть-чуть. Извиняюсь. Проблемы случились. В базовой комплектации будет снабжаться системой разгона митингов и одиночных пикетов. Есть ощущение, что единственные законы, которые наша власть соблюдает, это законы физики. Не удивлюсь, если скоро Госдума внесет поправки в закон Ньютона, и тут начнется. На Reddit сейчас обсуждают то, как странно Виз спит на кровати. Типа, вот кровать, и он ложится вот так. Чувак, ну если ты так будешь спать, то неудивительно, что у тебя глючить начнет. Природа в Ведьмаке 2015 года. Природа в Киберпанке 2020-го. Жесть. Походу, пальма заскучала и такая... А я могу делать так? Сейчас, секунду. Ну, что-то произошло. А, все нормально. Секунду, извиняюсь. Ребят, у вас там явно какая-то нездоровая хрень с экологией. Вы что там, все еще адаптеры питания в коробке с айфонами кладете? Ну, с животными здесь еще более серьезные проблемы. Их вообще нет, наверное. Есть такие игры. Ну, что ты хотите, реально? Как-то иначе я себе представлял морских котиков. Ну, они релиз. Животные будут, это типа там собака на управлении, а не подводный кот. Ну, вообще, да, какая аквадискотека без мокрых кисток? Слушайте, ну хорошо, что они хоть механику плавания у Вальгалы не подсмотрели. Плывем. Куда плывем? Так. Что стоит за реклама? Забота и тепло. В большой стране, где от плюса до минуса 9000 километров, тепло. Подождем рекламу. Именно там, где особенно холодно. Национальные проекты России. Когда важно здесь и сейчас. Уф. Ваш водитель прибыл. Вообще не вижу особого смысла пользоваться здесь машинами, тем более, когда они такие агрессивные. Зачем, когда там можно вот так пешком ходить? Слушайте, CD Projekt, вы там пока игру допиливаете, не забудьте что-нибудь сделать со своей системой Fast Travel. Ой, минус. Я родился. И я не пойму, что стало с развлекательной индустрией здесь. Ну как бы тут каждое второе шоу по телеку, это типа... чувак, с тобой все нормально? Да со мной все нормально, просто я немножечко шалю. А вообще, по уровню упоротости и беспредела, этот город вплотную приблизился к GTA. Так что, welcome to Night Santos. Ждем, когда все пофиксят в Киберпанк. Ну это жесть. Разве такое возможно? Чего? Машины здесь картонные.
до сих пор тащит. Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Ну нормально, так, средненько. Ну и все, спасибо вам за просмотр. Надо посмотреть его старые ролики когда-нибудь. Ну посмотрим в следующий раз какие-нибудь другие приколы. Надеюсь, киберпанк допилят. Вы еще пишите, что посмотреть, как посмотреть, как говорю, посмотреть, что посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.